Всем привет! Меня зовут Алексей Крюк, и это проект Close to the Sound. Вы можете меня знать по проектам The Myriad. Также я сольно под именем Крюк выпускаю треки, делаю ремиксы, эдиты. Мои релизы были на лейблах Beats Delivery, What in the Box, Plus 7 Records. Недавно вышла пластинка с эдитом на Аллу Борисовну Пугачеву «Кафе танцующих огней» на польском лейбле Very Polish Disco Cut, по-моему, так. И в последнее время я занимаюсь своим новым сольным проектом, готовлю лайв под именем Богдан. Я всегда хотел выступать. Мне нравилось живые выступления, мне нравилось находиться на сцене, нравилось чувствовать реакцию публики, и поэтому тоже я стал диджеем. Теперь я решил сделать свой полностью независимый ни от кого лайв, так как я люблю немного такую мрачную сторону, но он получается такой немного мрачный, и имя такое Богдан, как будто какой-то румынский вампир укусил меня, и я превратился за ночь в Богдана. Я всегда очень любил музыку, с детства там, слушал родительские пластинки. Но я думаю, многие так делали. У меня даже фотография где-то есть, где я сижу на горшке в наушниках и слушаю пластинки лет года в 4. В какой-то период я стал эту музыку собирать, я стал ее искать. Мне хотелось искать ее все больше и больше. Мне не хватало уже той музыки, которую я мог найти где-то в определенных магазинах, слушал, фильтровал, мне нравилось. Я собирал из этого какие-то определенные треки, составлял компиляции на аудиокассетах тогда еще. И как-то мне повезло, что мои теперь знакомые, мои друзья, открыли магазин один музыкальный, ну не только музыкальный, он был с одеждой, был с музыкой. Там стояли CDJ, тогда еще сотые, очень простая модель. Я стал работать там продавцом музыки, торговал дисками и при этом как бы параллельно еще занимался диджеингом. Когда не было людей абсолютно, я мог в свое удовольствие сводить все, что угодно. Я учился сводить там, сводил касту с джанглом, сводил хип-хоп с диска, замедлял очень все сильно, ускорял, экспериментировал. И в какой-то момент просто стал играть уже не только там, а и в других заведениях. Тогда еще Екатеринбурга, и потом переехал в Петербург. Я учился вообще в музыкальной школе по специальности, ну особо специальности вначале не было, но фортепиано была основа. Честно, на пианино я играть любил не очень. Но вот у моего соседа, у него был какой-то тогда синтезатор Yamaha, мы приходили к нему, там были ритм-секции какие-то, были ритмические рисунки, можно было одной кнопкой менять мелодику полностью трека, мне это нравилось. Потом меня позвали в группу играть, и у них был синтезатор Маэстро. Это был на долгое время потом мой такой первый синтезатор. Ну, ненадолго, где-то на год-два. И вот он стоял у меня, я на нем крутил ручки, экспериментировал. Синтезатор, конечно, галимый, но иногда я по нему скучаю. Первый адекватный синтезатор, который у меня появился, это был Moog The Rook. Мы его ухватили. Он лежал вообще просто в шкафу. Никому не нужный, почти не тронутый. Видимо, его покупали там в эпоху еще, когда синты были интересны, а потом появились компьютеры, и вот он с тех пор, где-то там в конце 80-х лежал. Нам удалось там за какие-то смешные деньги выкупить. И вот и мы с ним проездили очень много. Группа Myriad, он у нас был в Владивостоке, и на Урале, и в Самаре. В общем, покатался он с нами хорошо и послужил нам верой и правдой. Я в последнее время поменял прям вообще подход к написанию музыки. Если раньше я открывал там Ableton, либо Logic, чаще Logic, чем Ableton, и составлял как бы вот эти кирпичики, квадратики, из них собирал в итоге трек. Сейчас у меня написание трека происходит просто в режиме джема. То есть я делаю какой-то набросок, и потом начинаю джемить, записывать его. Потом сверху на это записанное уже придумаю что-то еще новое. И так постепенно у меня трек получается. То есть похожий принцип, но как бы он более непредсказуемый. То есть меньше каких-то продуманных вещей, но больше каких-то интересных экспериментов получается.
последнее время Ableton я использую только как рекордер, то есть я собираю полностью джем на синтезаторах и потом в режиме реального времени начинаю джемить и записываю какой-то уже более-менее конечный продукт. Основой моего сетапа является Octatrack от компании Electron. Безумная штука. Это сэмплер, секвенсор, эффектор, он же микшер. Octatrack раздает MIDI сообщения MIDI-партии на остальные внешние синты. Некоторые из них заходят обратно в него и тут же обрабатываются. Помимо этого я использую сэмплы различных барабанных, режу еще с каких-то треков сэмплы, делаю основную барабанную часть на нем, но бочка у меня аналоговая. Это Jomox MBass 11, шикарнейшая бочка, которую можно накрутить как угодно, еще тут компресснуть и будет просто жир земли. Шрути, тоже чумовой синтезатор от компании Mutable Instrument, он цифровой, но у него аналоговый фильтр. Он дуофонический с режимом воспроизведения. Тут два осциллятора, один суп-осциллятор и один noise. И они начинают воспроизводиться не все вместе, а друг за другом. И получается такая секвенция а-ля модуляр. То есть осцилляторы, они еще расстроены относительно между друг другом и друг за другом воспроизводятся. Очень интересная вещь. Плюс еще мне у него безумно нравится режим рандомного пресета. Когда сжимаешь, включаешь сквозение и начинаешь тыкать, пока что-то интересное не заиграет. Потом... Вот такие безумные просто пресеты на нем создаются. Вот так я начинаю свой джем, составляю какой-то ритмический рисунок, составляю басовую партию, и от этого я отталкиваюсь. Дальше подключаю, например, синтезатор Blowfield. Многие его не любят, потому что говорят, что он очень цифровой, звучит как бы там хуже, чем многие VST. Не знаю, я не соглашусь. У него куча звуков, во-первых, просто тьма разных звуков, можно разного накрутить. И плюс, что самое крутое, он мультитембральный для вот этой как бы коллаборации Octatrack и Waldorf. Это вообще идеальная вещь, потому что с него можно разом брать 16 звуков. У него полифония, по-моему, ограничена 24 нотами. То есть можно несколько падов, бас партии, я какие-то перкуссионные вещи отсюда беру, какие-то синтезаторные вещи, то есть лид партии, добавочных бас партий тоже. Плюс это все с Octatrack, каждую партию отдельно можно изменять с помощью локов параметров. Те, кто знают, те, кто использует Electron, знают, что это такое. И поэтому тут вообще безграничные возможности. Второй прибор линейки Electron — это мономашин. Мономашин — штука шикарнейшая, на самом деле. На ней, на одной можно сделать довольно полноценный трек. Единственное, ну как бы кочевых барабанов тут не сделаешь. Тут есть зашитые сэмплерные такие барабаны, они немного лоу-файные. В общем, счету можно подключить сюда как раз еще вот этот MBass Jomox и, ну или как я хотел изначально, TR-8, этот и какой-то синтезатор полифонический еще, и на нем играть лиды, либо держать пэдовые штуки. У него 6 дорожек, это либо 6 различных синтезаторов, это может быть драм-машинка, может быть FM-синтез, может быть
аналогомодулирующий синтез, какой там еще цифровой, либо это может быть эффекты обработки. То есть, имея такую штуку, подключая к ней, например, еще какие-то синтезаторы для машины, можно с помощью нее все управлять всем своим сетапом. Так.